Слава. Ну, от сотого. Нет? Идти хочет. Мы знаменуемся. Идти хочет. Мы знаменуемся. Мы знаменуемся ту. То есть Прага полная. Мы едем вот в 168-м, едем вдоль Вислы, пусть по мосту Лозинковским, и по улице Армии Людовой приезжаем, аж до там, ту выходим и идем до парка. Видишь? Вот. Окей? Oraz te zachowywaniu bezpiecznego odstępu od innych osób.
Начинаем нашу вытечку, наш поход на в Лазенки, короче говоря, с нашей Мичуней, которая у нас гостит. Вот это вот, запомнил уже, как называется, ну, тут канал. Китя! Ну нам это не по плану. Ничего. Не по дороге нам это. То давай идем сразу тут, до пляж забав. Я надеюсь, мы там выйдем на пляж забав, вон там. Потому что мы идем совершенно в другом маршруте. Мы обязательно должны пойти, катаемся, да? Мы катаемся с Володи. И это самое. И на тот. И так через парк, а там выйдем на Гужи, где этот храм. Греческие. Эти. Видишь, что-то есть? Вот то? Не, яки то было. Она подала в жеп. Да. Но зубы еще эти качки черные. Где? А вон плывают, вон. Черные. Кстати, я вам надеюсь, что мы еще споткам этих колеровых, таких заморских качек, когда... Что? Небески? Добре. Любуня? А, вот. Зубач, что есть малютки качушки? А вон зубач я малый. О, как мы пенькни одразу же споткали. То вы зубач, какие малютки. Малютки, и они плывают. И зубач, то те самые, только у них такие помаранчевые глувки. Тата и мама. То значит, видишь, что отдельные... Они, что для них вот то плывают эти штуки, они там сядают. Зубач, вот там. Да, но не бы гнезда. Так для них то зрабеные. В разе дещу, на них дещ не пада. Вот зубач порунана до того вчерашнего бедака, он два раза меньше одних. Но это и вид такой малый. Не, томнейший зубачок мамуся опекает. Але томнейший тому, вид. Ему качонку якусь мушку. Та, он за ней ящик це. Ну, он за мамуся играет. И главное, если... Зубач. Сюда, на буски, сюда. На буски, видишь? Класс. На, малютки, блядь. А ты сгубился, зубы. Надо видно, одностемпный. Чего она его дёбает? Ой, у меня телефон. Та, слушай, не, если что, посторонняя там, оранж. Не, не мамы, не за меня. Ну, дичи, дичи без задних язык. Булка это не то, сладка, особочек как он. Наоборот, пишут, шенди же качек лепей булками не кормят. Они младетки да. Хочут. Им тебе зобачи или ту есть съедение? Там ружь. Ну, давай я подшимам. Шимай только направи. Добре. Камеру. Он забыл не езжал. Ванечка, псисыла, зденьте. Ну это же уже было. Что они это? Короче, Orange обеспечит свои данные. Тюнгни, тюнгни там кулек. И ешь с кулька. Китя, ты тут не давай, бо мы пойдем дальше. Там столько будем летать. Ну, блин, собачок, она там скачет. Я тебе советую больше на телефон не реагировать. Угу. Если только звонок будет, то ты отберешь. Угу. Зубач, видишь, где он забрался? Угу. Да свой это, что еще? А ты малый.
Вот у мене гнезда в'ють і вшиську. Яєчко складає, зубач малютки плинуть до мами. А він згубився, він зубач їде. Та не згубився він. Він може щось там з'яде, віж, той малий. Ти можеш два. А вот третий, зубач, третий плыве. Ну, он там... губился. Он не да не, он все из яда. Ну, мы вчера... Она же не сгубила, это зубач, там из тата, там из мама. Ага. Это всиска в пожонку, Китя. Не делай, не руб драмата, как вчера. Мы хоба до воды по ней... Зубач, зубач, что там под воде? То карпи. Ага. Около рыбы, того, зубач. Ти зустав трохи булочки для карпів у ліпі. Такі може сходити. Так отам, де поплив... Такий карп може качушку взяти за лапку. Щось може, ну... Да, якщо чесно повідати, я тебе мовлю. Вже може якась риба потягнула його. Вон вони там пливають. Ну, це певні карпи, ну, бо хто там може бути. Хто то може бути, окруч карпи? Качка не вгальний хіба? Порадуй остатньо. Порадуй. Лепі кубачме додому. Та? Лепі кубачме додому. Кого? Татку. Да, ми ж брали. Ви старці. Ми хотіли його спасти, до того взяли. Хотіли йому... А в агулі то не вольно одривати. От матки, от натури. Нех все там все спробує удомовити. Але матка була безрадна, віж? Тільки для тебе. Ну, невідомо. Всього не віємо. Слухай, хто так втіка? А помніш, як ти кормила на качонку, воно було чарне, ось таке. Но... І всі його гнали від себе. Ну, бо то він не радзає. Бо це ось таке качонку було, да. З білим клювиком. Такий ж постарш. Да. Це, певні, він не радзає качок. Я говорю, як вони там сидять, або к мамусі. Тако є ті два, а тут, а там третій, тут такий самодільний, він, знаєш, він такий сам. Сам по собі. Так, а ті, тільки оба к мамі, смотри, тен поплив до нього, тен другий до нього. І мові, що ти тут робиш? Давай, Любця, сочиняй, що він мог повідати. А мама тільки... Зобач, зобач, він його гоні. Ні, не гоні, він говорить, зобач, іди тут є всього. Добре. Вот и мама до них приплыла. Мови, дети, будьте со мною разом. Видишь, опять берет что-то и дает в клюв тому едному, который... А он только так рот раскрывает, пасть, вернее, клюв. Папаша, папаша плывет. Я так думаю, это папаша, не? Вон трошки меньше от мамуси. Смотри, как они, как она привитала. Как он привитал его. Где-то карпи. Видишь, какая родинка. Значит, три малых, а вон карпи, вон там плывут, вон. Далее плывут. Три малых, детенка и ойтис и матка, их качушек. Я думаю, что это качушки, только какие-то родза их. Смотри, карпи, карпи. Плывут сейчас в сторону. Я мам надею. Смотри, вот они один сразу, я мам надеюсь, что... Я тебе хочу поведать, Леня, что карп может схватить и поранить маленького качевка. Может. Могла и тихо на шега поранить, за голову кто-то злапать, но не... За шейку. Но не такой, как Врона. Врона бы там... Что-то, если он уже плавал, да, на воде, и я видела, что вилка рыба скокнула. Возможно. Смотри, вот ту... Тен, ну, ты на един сам по собі. Ну. Вот, зубач, риба подплывает до него, ты видишь? Угу. Вот там. Ну, папаша мусит там... Ну, они теж боются великих вот этих качушек. О, на них они не нападнут. Там, я мислю, уже карпи... Качка уже видит, что риба подплывает, зубач. Да. Она там сбирает... Она просто полюет. Я полю... Не, не полюет. Смотри, оп, она не занырнула, его отгоняет, ты видишь? Ты мыслишь? Да.
Вон, не, она может чегось там, Китя, ты же сочинила историю. Смотри, он опять поклевает так. Он бы я отдал. Зоба, как она его погнала. Видать, уже не первый раз то было. Ага. И вон та так кричит. Уважай, уважай. Курда, это жить. А этот малый самодельный, видишь, затаился. Он навіть не руша. А, там еще малые сидят, Зобач? Так мы видели. А-а-а. Они уже там сели. А эти чех плавают. Но этот мне... Но чех куда мамы? Смотри, теперь этот поплывет. А этот какой-то... Детей. Этот какой-то... Смотри, смотри. Ты представляешь, как... быстро плывет, охранник. Смотри, какая, только вот этот, ну смотри. Он говорит, давайте, давайте. Вот смотри, смотри, он ищет тех от шитего. А где-то как? Он бы не видел, вон ты, хлопок малый. Он до мамы. Ну, идет бы там курм. А, те люди там, что сказали, только натуре. А то малый глупый сидит и не хочет идти до мамы. Ну, не, не. А где такая? Не. А где камера? Дикая, ну а они терес, то не подшипни, та пришла пані, видишь, она не видит же, то есть небезпечненство. Тен малый может мать тарапати, видишь, она поплыла до малого. О, Зобач, шипли, ой, малый мой, ты тут? Смотри, как они дёбаются. А там два карпия. Ну, карпия. Смотри, смотри. Ну же, он чуть трошки хорий, видишь? Якась свідомость прийшла. Виміняю. Просто то свідомості. Виміняю. Не забудь обвести телефон. Там тут, там тут. Смотри, тепер татуся припила до нього. Он видно, чи там мамуся була. То один, то другий. Она ему мови хочет. Ну, ну не хочет здесь, говорят. Не, ну чось, может он хорий. Гупся, гузя у тебя, конечно, ситуация. Да, гупся, не можно было бы поздней бы с тем едзением. Ну, добре, детская ма права. И кедексе. Зобочек они витают татуся. Но этот малый меня застанавливает. Ну давай, смотри, это еще полбеды, смотри на серветку. Давай, на свине это хорошо. Трудно. Еще горше. Давай. Ну, сладенький зайчик. О, смотри.